Всем привет! Сегодня им стумут, и мы играем в эту игру. И привет! И как это пройти? Кто-нибудь знает? Я знаю. Это вот так вот пройти можно. И ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Идем, 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 идем. Мы спайдермены. Так. Ура! А теперь как? Наверное, вот так, потом вот так, потом вот так, а потом вот так вот. Пум! Чтобы оно не застряло. Оно застряло! Ура! Как же классно оно там застряло. Как? Чего? Оно же лагает, она просто вылетает. О! Что это за шарики? Они же ничего не делают. Ага, ничего не делают. Так, нужно сделать стенку. А как чё, как делать? А может вот так вот получится? Точно, нужно сделать ограждение. Посмотрите, они же застревают, значит мы должны удалить это. Потом сделать вот так вот и вот так вот и вот так вот. Первый слой. Второй слой и третий слой. Вот, все готово. Видите, как нужно делать ее? Вот так вот. Никакой шарик даже не убьет вас. Классно. Так, а как удалить ненужное? Вот это вот. Стоп, это не то. А как удалить это? Может, этим? Нет, как удалить? Ну ладно, удалим полностью. Оп! Это я умер, ничего страшного. Так, куда я иду вообще? Вообще? А? Так и знал, что такое будет. Опа, 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 опа. Оп, и оп, и опа. Наверное, это нормально. Я испугался. Опа, упали вниз. Yes, ура, ура, какой же это сложный левел. Он очень сложный. О, какой это сложный левел. Это не концу. Так. И прыгаем на невидимый блок. Бам. Чего? Почему? У меня так тратится они быстро. Они так быстро тратятся. Эти чернилы. Они же тратились долго. Теперь почему быстро? Я улетел вниз. Так, где вот так? Бам! Чё? А чё это было? Так, короче, бам! И все готово. Бам! И все готово. Конечно же, все готово. Но это готово уже. Я готов в школу идти. Я шучу, конечно же, нет. Гениальное изобретение, мистер Умут. Я ничего не умею. Уи! Прыгаем. Так, какой-то красный лабиринт. Ну, наверное, вот так вот. Ой-о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 й. Да пропади ты уже. А теперь как? Уи! А теперь вот так?
А теперь удалим. А теперь сделаю вот так. А теперь вот так. Ой-ой-ой, а где я стою? Так. Стоп, это нам нужно вот так вот подняться. Это вот так, вот, все понятно. Стоп, я же здесь. А, ну да. Ну да, ну да, ну да, ну да, ну это круто. Это очень круто, что я не умею рисовать. Так, удалили, теперь сделали вот так. Опа, всем привет. Это легкотня какая-то непонятная. Легкотня! Так, и что это такое? Какая-то стена, которую нужно обойти. Это что-то какая-то плохая стена. Ничего не умеет. Так, теперь вот так вот. А, я сделаю лестницу. Да, я сделаю из этой штуковины лестницу. Вот. А из этой штуковины лестница. Вот. Вот так вот. Теперь идем туда вот. А после этого, знаете, что делаем? А? А после этого делаем... Стоп. Лестницу. Да, вот, лестницу. Вот такую лестницу. Опа, опа, опа. Ой, ну ничего страшного, но упал я вниз. А, опа, ой. Ну почему так? Ну почему именно так? Почему именно вообще так произошло? Опа, бандамбусы, да? Я построю бандамбусы. А что сейчас сделаю какую-то безобразие? Например, самого себе так сделаю, что я застряну. Да, я сделаю, знаете как? Вот так вот. Бам, 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 бам. Ой. А что если я просто буду внутри? Бам. Бам, 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 ба, 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 бам. Бам, бам, бам. Ба-ба-ба-бам. Меня выкинуло. Если бы я увидел, как это выглядело, это было бы прикольно. Вот так вот все это будет. Я внутри кроватика. Я сделал кроватик. Чё? Чего? Как это работает, что я вот так вот лежу по стенам? Чего? Я в кроватике. Я в кроватике нахожусь. Ой, а почему я упал вообще? Не понял, я упал? А почему я упал? Я не знаю, почему я упал. Так, теперь. А теперь делаю вот так. Оп. Это мое желание. Это мое желание.
упасть вниз, чтобы ничего не произошло. Это суперская вещь Каратанаса. Я вам говорю, это суперская вещь Каратанаса. Шучу, Каратанаса не бывает. Лестница готова. И падаем вниз. Какой это легкий ведь левел. Это же так. А как? Стоп, а что, так не я, что ли? А, я понял, я должен делать шарики вот так вот делать. Я понял, что я должен делать. Я должен делать вот такие огромные дорожки. Например, длиннее дорогу. И готово, и все, и ничего. А я тут застрял навсегда, на вечность, на вечность, на вечность. Я тут застрял на вечность. И мы идем, идем, идем и сделаем такую вещь. 24 часа не рисовать. Ничего даже. Сам как-то это пройти. Вот, ну не знаю, ну как-то вот так вот. Да. Ладно, ну порисую чуть-чуть. Так, и вы хотите сказать, нужно нарисовать дорогу, и это очень сложно? Конечно, нет. А как туда дойти? Непонятно, какой это сложный левел. Это какой-то слишком сложный левел. Очень сложный. А почему этот левел такой сложный, а? Почему? Какой-то слишком уж сложный левел. Ба-ба-ба-ба-бам! Это супер штуковина от Пимбиндуса. Вот. Так, а как тут кнопку положить, чтобы открылась эта дверь? Стоп. Можно сделать так. Стоп. Я нажал на кнопочку непонятная. Непонятная кнопочка. Теперь нажимаем на эту кнопочку. Вот, нажимаем. И дверь, проход открылся! Ура! Как же это круто! Палка сделайте. Палку вот такую. Вот такую вот палочку. А? Можете такую палку сделать? Па-та-та-та-та-та-та-та! А что если сделать просто огромнейший, просто штука, которая все сла... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, простите, ничего страшного не произошло. Так, а что если сделать вот такую вот штуку, которая расставит все? О, что есть? Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Бам-бам-бам-бам, я все разрушу. А, помогите, я внутри, помогите, как отсюда вылезти? Ну, может, вот так вот получится? А может, вот так вот получится? Бам-дам-да-та-та-та-та-та, вылезти отсюда. Живо! Улезай отсюда, ва, что же со мной произошло? А? Ну почему так? Ладно, дальше что-то другое. Вот знаете, как это будет штукой выглядеть? Вот так.
Ой, упала она вниз. Я тебя возьму. А-а-а, забрать эту штуку. Кто-то пришел, но... Опа! Пан-дан-дан-дан-дан-дан! Я со мной что произошло вообще? Что со мной произошло? Вау, как меня трясет! Волосы. Мои волосы. Все залагало. Да ладно, не будем натворять безобразие. Будем творить вот это. Бам-бам-бам-бам-бам. Это круто. Это супер круто. А что если нарисовать вот такой мостик, который безобидный и опасный, который вас может когда-то убить? Вот он. Я и вот он. Вот же он. Оп, опа. Я просто смеялся. Самого себя А, вот, посмотрите на меня. Ой, я вылез. Yes. Я вылез отсюда. А что если построить вот эту вот штуку, которая убьет все? А что если сделать вот так? Бам, 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 бам. Ой. Ну чё, ну нормально же, все со мной же нормально. Прыгаем. Иху! Что с колонкой, погодите? Все нормально с колонкой, просто она трылата. Да, трылата. Трылата звучит смешно. Как мне так кажется. А вообще у меня такой вопрос появился. А зачем мне строить вот так вот, не пойми, что делать, если можно сделать, знаете как, вот так, потом вот так, ну не знаю, вот так вот, вот так, вот так вот, а потом вот так. Ну, а чё? Ну поднялся просто наверх и что? Я же поднимусь просто наверх. Ну я ж читер. Учитель. Мистер Учитель. Yes. Ой. А что произошло? Ну, розовый какой-то блок. А, я понял, что произошло. Я понял, что произошло. Убить самого себя. А что произошло? Опа, опа. А, это яд! Я понял, это яд! Как пройти этот яд? Стоп. Вы на это обращали внимание? Стопэ. Делаем огромный кружочек, метеорит. Огромный метеорит падает на нашу планету, не настоящую. Какой это был сложный левел. Этот левел был такой сложный, вы не представляете.
Вот это, ого, какой сложный этот левел. Нужно как его вообще пройти, а? Конечно, я шучу, это легкий левел пампумпуса. Маленького вибрёнка. Кто вообще эти непонятные штучки? Не пойми, что сделал. Какой-то вибрёнок, что ли? Ага, так и знал. Эти паркуры от маленького вибрёнка. Я так считаю. Так. Теперь делаем вот так. Помогите! Опа! Помогите! Буду-буду-буду! Бата-бата-бата! Я обожаю делать сумасшествие! Да-да-да-да! Какой-то сложный левел! Вот я просто упал. Я упал до самого низа. А что сделать еще? Вот так. Во-первых, это больше мой компьютер. Это вообще размер моего компьютера, похоже. Да, такой мой компьютер именно таких масштабов. Вот, я просто до края сделала. А еще вот. Я хочу сказать еще. А чё, как чё? Вот так вот, что ли? Так. Я боюсь, что эта конструкция сломается. Так, бум. Ура! Мы пройдем эту игру полностью. Погодите одну минутку. Дайте подышаю нормально. Вот, подышал нормально. Теперь мистер Мут как мистер Мут, а мистер Мут это мистер Мут. Ну, какой-то непонятная штуковина у меня получилась. Какого-то рот мегалодона какого-то, вот. Или хвост чей-то, ну, похож. А еще я хочу сделать вот так. Бадам. Какая-то плохая игра. Шучу. О, а что это за черная штука у меня во рту? Па-п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 а! Сколько получается? Два? Сколько получается? Смотрите, человек съел одно яблоко, а потом человек съел один виноград белый. Человек съел круглый виноград, а потом съел еще виноградов и еще виноградов и еще виноградов. А в тарелке сколько осталось? Виноградов. Вот. А в тарелке осталось вот столько виноградов. Это все винограды были.
А человек съел сколько? А? Сколько съел человек? Сколько съел человек, а? А сколько съел-то человек виноградов? Сколько? Вот сколько съел человек виноградов? Сколько? Это учеба. Это школа Умудина. Так, теперь делаем тарелочку. А сколько виноградов осталось? А сколько виноградов и на самом деле осталось? Это сколько? А здесь опять он, а еще он съел еще виноградов. Ой, а потом он съел еще виноградов. Ой, человек съел вот столько в тарелке было виноградов, а съел он вот столько. Смотрите, сделаю вот это вот штука чудо-юды. Тарелка, я сделаю тарелку. Оп. Человек сколько съел виноградов? Это было в тарелке столько виноградов. Вот столько виноградов было в тарелке. Вот они. А съел он раз, два, три, четыре, пять, шесть. И как удалить лишнее? И сколько осталось, когда эти заминусовались? Так, это что? А что это? Что это? Оп. Так, человек съел вот столько ягод, виноградов, то есть. А осталось сколько? И одни яблоки огромные. А сколько осталось их? А? Сколько осталось тарелки? В тарелке было вот столько, а потом сколько осталось, а яблок было вот столько, а потом сколько осталось, а? Ну, в комментарии ответьте на этот вопрос. Посмотрите просто. Эти ягодки, это не ягодки, это глиноруки. Какие глиноштуки. А вот столько осталось ягод. Ситак, ну это похоже на какие-то шарики. А ситак, ну не похоже. А если вот так, па-па-па-па-па-па-па-пам. Супер-пантунтус идет спасать планету Земля. Вала Ай. Чё? А почему? Они живые. Они живые. Смотрите, палки живые. Чё, это живые палки? Они двигаются. Живые палки двигаются. Смотрите, они просто двигаются. Чё? Посмотрите, они просто как змейка двигается. О, морковка. Вкусная морковка.
Ура! Я возьму эту штуковину. Резко-резко. Вот так. А можно сделать вот так? Бам! Так, а так можно сделать, что ли? Нажимаем на эту кнопку. Опа, бам, 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 падай туда. Я говорю тебе, бам, бам, бам. Не упал. Угу. Вот так, вот так, вот так. Теперь вот так, вот так, вот так, вот так, вот 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 вот так вот. Вот так, о, шарики! Опа! Тут какая-то девочка. Вот этот сюрприз. И что ждет в этом сюрпризе? Бам! Бам! Я хотел проколоть сюрприз. И что там? Что? Меня что, обманули? Не играйте так. Просто не играйте так. О! О! Так я появляюсь рядом у звездочки. Так, идем вот так. Мы дошли до сюда, а потом заново начали. И хочу сказать... погодите. Хочу сказать... Всем пока-пока! Нажмите лайки, колокольчики, подписочка. Я морковку кушаю.